Заметила, что после тренинга изменилось состояние организма. Если раньше беспокоили ночные подъемы в туалет, то после тренинга сплю уже 5 дней, ночью не просыпаюсь. То есть уже 5 дней и ночью в туалет не встаешь? Нет. А до этого ты сколько раз? На протяжении 10 лет раз обязательно ночью. То есть 10 лет минимум раз за ночь? Да. А максимум за ночь сколько? Ну нет, один раз это стандартно, как бы. Если то есть это норма, один раз? Это норма, да. Но с учетом того, что вот до этого, до этих 10 лет, тоже не было ничего. То есть это была операция, и после операции вот такая вот ситуация стала. Сейчас после тренинга, вот уже 5 дней, сплю, не просыпаюсь, не встаю, ничего не беспокоит. А сам сон изменился как-то? Ну, лучше стало спать. До этого был очень вообще беспокойный сон в последнее время. Ну, хорошо. То есть сон еще лучше стал? Да. Ладно. То есть, а раньше высыпалась или нет? Ну, загруженность большая, поэтому я, наверное, не высыпалась. Очень мало вообще спала, по 4 часа. 4 часа приходилось спать. А сейчас сколько? Ну, сейчас тоже так немного, 5-6, но встаю хорошо. А, то есть выспавшись? Да.